Привет, дорогие зрители! Это небольшое видео о тушах серии Lush Princess немецкого бренда Essence. Сейчас расскажу о трех, а вообще у меня на тесте 18 тушей сейчас. Я уже и другие серии у Essence протестировала, поэтому свой рассказик о серии Lush Princess я сделала, зная, что из себя другие модели туши представляют. Тюбики у Lush Princess, конечно, симпатичные, декорированные и прорезиненные для эргономичного открывания и удобного держания в руке. Объем тоже у них внушительный, по 12 мл. У Essence вообще с объемами все хорошо, то 12, а то и 16 мл. Произведены в основном в Италии, стоят 3-4 доллара. Но вот с консистенциями и результатами на глазах у меня не такие уж восторженные отзывы. У них в целом какие-то суховато-порошковые формулы. Мне, например, с ними быстро и эффективно накрасить ресницы было сложно. Нанесение совсем не шелковым получается. Конечно же, у каждого из нас свое строение век и ресничек, и на вас оно может сидеть по-другому. У меня глаза относительно глубоко посажены, ресницы вообще не заметны ни под каким углом. Ну а накрасишь — совсем другое дело. Зеленая тушь False Lash Effect на деле является универсальным вариантом с объемом, удлинением и каким-то даже подкручиванием. Здесь не слишком пушистая конусная кисточка, и она достаточно удобная. У меня, кстати, подкручивание не зависит от того, изогнутая кисточка или нет. Объем у этой туши средний и выше среднего, если нанесешь пару слоев. Удлинение хорошее, более чем. Также интенсивный черный цвет, поэтому глаза выделяются сильно, и сразу эффект распахнутых глаз появляется. Но вот формула суховата. Кисточка и вроде бы неплохо прорабатывает ресницы, но когда тушь засыхает, то ресницы как комочками обсыпаны. Такие комочки, как правило, у меня быстро осыпаются к вечеру. Следующая тушь коралловая Lush Princess Volume. Мне чего-то не зашла абсолютно. Кисточка каплеобразной формы создает какое-то беспорядочное нанесение, путает ресницы, плюс консистенция схватывается быстро, и ресницы как зацементированные и немного ободранные выглядят. В целом получается неаккуратный образ и намного хуже, чем с False Lash Effect. И опять та же проблема с порошковой консистенцией, как будто песком на ресницах. Ну и к вечеру нижние реснички сильно облущиваются, и выглядит это все так же неаккуратно. Сиреневая тушь Sculpted Volume у меня ассоциируется с тщательно проработанными ресничками, которые объемны и уложены одна к одной. Но для того, чтобы тщательно проработать реснички этой тушью, придется повозиться. Кисточка вроде бы как и удобная, но опять та же сухая формула, комками налипает и опять беспорядочное нанесение. В целом это удлиняющая тушь с совсем небольшим объемом и подкручиванием. Не буду говорить, что она чем-то плоха, но и хорошая она мне также не показалась. Раз нормально наносится, раз ненормально. Да еще и под вечер она и осыпалась, и ресницы подали. Как вывод, хочу сказать, что если захотите попробовать что-то из этой серии, то попробуйте зеленую False Lash Effect. Она среди них самая универсальная. Да простит меня Essence, но в целом рекомендовать серию Lush Princess не буду. Мне нравится больше, когда у туши кремовые консистенции, когда нет и намека на порошковость. Такие туши более практичны в работе и более носибельны. В гамме Essence есть получше тушек. Как по мне, например, Hello Good Stuff или же I Need a Miracle — намного более оптимальные варианты. На этом все. Желаю вам красивых ресничек и до скорых встреч. Пока!